Состоялась премьера второго полнометражного фильма, в котором все от руководства до проекта и заканчивая там техническим персоналом являются жителями Карачаева-Черкесии. В Черкесске многочисленной зрительской аудитории была показана семейная комедия «Испытание аулом». В ней затронуты актуальные для современного общества проблемы. Подробности у Артура Мхце. Задолго до начала киносеанса в фойе Центра для одаренных детей «Спутник» весьма оживленно, а в зрительном зале яблоку негде упасть. За последнее время в Карачаево-Черкесии подобного ажиотажа не было даже вокруг популярных отечественных и зарубежных фильмов. «Испытание аулом» – второй проект, реализованный в республике исключительно силами собственных жителей. Поднятые в нем проблемы актуальны не только для нашего региона. Поднимать их нужно именно с помощью искусства, с помощью волшебной силы кино. И очень приятно, что сегодня такие проекты пользуются популярностью. Об этом говорит и полный зал, об этом говорит и реакция, поддержка, которую мы получаем на федеральном уровне. А надо подчеркнуть, что этот фильм снят на средства федеральных грантов. И уверен, что тот факт, что этот фильм у нас снимался и как учебный проект, то есть мы пока снимали фильм, обучили большое количество молодых специалистов, для нас дает мощную платформу, чтобы мы дальше продолжали это направление. Карачаево-Черкесия постепенно становится регионом, который позиционирует себя как место не только проката фильмов, но и их производства. Практически весь творческий коллектив, от режиссеров до технического персонала, это, можно сказать, воспитанники собственной школы кино. По словам креативного продюсера «Испытания аулом» Эльдара Алиева, для большинства участников проекта это был первый столь серьезный опыт в кинематографии. Сперва кастинги, затем съемки в течение 35 дней и ночей, и, наконец, доведение сырого материала до готового продукта, за который не будет стыдно, которым можно гордиться. Изначально фильм начинался как родной язык, но потом в процессе организации мы переросло это вот такую детскую семейную комедию «Испытание аулом», где также есть те темы, которые мы хотели затронуть, да, проблемы языка, проблемы там взрослого и молодого поколения. Это все мы постарались передать и показать в нашем фильме. Главный герой, которого играет 13-летний Амир Кумратов, живет с родителями в Москве. На лето он приезжает к дедушке с бабушкой в Ногайский аул Кызылтагай. Не обошлось без трудностей, однако испытание пройдено успешно. Он завел себе там друзей и захотел научиться кататься на лошади. Его начинает учить дед. Был один момент, я должен был по сценарию упасть с лошади. Один раз я зацепился за повод, и чуть под лошадь не угодил, но вытащил ногу и нормально упал. Сохранение национальной культуры, родного языка, семейных ценностей, уважение к старшим – все это есть в «Испытании аулом». Юный герой учится, набивает шишки. Как говорят создатели ленты, у них есть задумки для съемок нового фильма. И опыт успешной реализации нынешнего проекта будет как нельзя кстати. Артур Мхце, Олег Малхожев, «Вести Карачаево-Черкесия».